Здравствуйте, дорогие друзья, я Милана Орехова, это шоу «О идее спорте» Олли Гвакамоли, которое мы выпускаем совместно с сайтом sportsdaily.ru. Сегодня у меня в гостях будут два очень интересных человека. Одна из них прекрасная девушка, ведущая «Ночной образ жизни», которая не только ведет «Ночной образ жизни», но еще и ест по ночам, причем мясо. А второй гость – всем известный мужчина из мира спорта, который недавно на всю страну объявил о том, что он вегетарианец. Сегодня мы находимся в японском ресторане моей хорошей подруги Кати Бокучавой. Она достаточно известный ресторатор с большим опытом и очень интересным видением различных национальных кухонь. Ресторан называется «Суки». Это немножко такое смешное название, но на самом деле «Суки» по-японски означает «любовь». И даже аккаунт в Инстаграме у нее звучит как «Суки – это любовь». Японская кухня до сих пор достаточно популярна у нас в стране. Но, конечно, это не японская кухня в чистом виде, которую можно найти, да, в самой Японии. Это адаптированная какая-то версия, которая популярна не только в России, но также во многих европейских странах, до сих пор в Америке. Отличается она от классической японской кухни в основном какими-то версиями. Там, у нас, например, в России очень популярны различные виды запеченных роллов, которые не всегда добавляются какие-то качественные ингредиенты, скрывается там какой-то, может быть, не всегда удачный вкус и качество различными соусами, типа майонеза, и уже, конечно, говорить о том, что это здоровая пища, не приходится. У Кати в ресторане вы не найдете подобного вида роллов. Одна из причин, по которой сегодня наше шоу в гостях именно у Кати, заключается в том, что у нее есть чудесный гункан-суши с гвакамоле. Очень красиво выглядит, на самом деле очень полезно. И если дальше рассуждать о полезности вот этой вот, ну, назовем ее все-таки японской кухни, которую можно найти у нас в Петербурге, то, в принципе, сочетание, казалось бы, да, риса, рыбы и овощей – это достаточно удачное с диетической точки зрения. Но тут есть некий нюанс. Не все виды рыбы между собой хорошо сочетаются, и не все, например, виды рыб я вообще бы могла рекомендовать для диетического питания. Например, там жирный угорь – это не самый лучший выбор, если вы следите за собственным весом. Кроме того, в готовый угря добавляются зачастую в его соус, в котором он маринуется, не очень полезные ингредиенты. И не буду вас дальше пугать, лучше давайте поговорим о том позитивном свойстве японской кухни, даже вот той, которую мы можем найти в Петербурге. Это, в принципе, достаточно питательное. У Кати в ресторане очень мало используется риса для приготовления роллов и много рыбы. Вот, поэтому могу вам дать такой небольшой лайфхак от Олли Гвакамоли. Если вы выбираете место, в котором поесть японскую кухню, ищите, чтобы там все-таки большую часть роллов и суши составляла именно рыба, а не белый рис, да, который еще к тому же заправляется мицуканом. Мицукан – это рисовый уксус с сахаром. Вот в всяких странах, типа Австралии, там, в калифорнийских всяких ресторанах в США и в некоторых европейских, сейчас можно найти более такую здоровую версию, которая заменяет белый рис на киноа, на бурый рис. Такое блюдо сложнее, конечно, приготовления, и не всем придется по вкусу, но любителям здорового образа жизни, особенно если вы готовы дома поэкспериментировать с тем, чтобы что-то приготовить, вот вы можете заменить белый рис на такой микс, как бы, из какого-то необработанного риса, да, с киноа, например. Мы сегодня заказали несколько вегетарианских блюд, чтобы показать, что японская кухня очень хорошо подходит людям, которые либо придерживаются полностью растительного питания, либо периодически устраивают себе какие-то разгрузочные дни. Если вам вдруг захотелось устроить пару разгрузочных дней на овощах, но при этом грустно, без мяса, там, без рыбы, еще без чего-то, вы можете заказать вегетарианские блюда в японском ресторане. Очень много интересных салатов можно найти. Прекрасный ролл, манящий меня своей здоровой зеленью, ролл с авокадо и огурцом. И тут вот видно, на самом деле, как мало здесь риса и как много здесь начинки. И вот нужно стремиться к тому, чтобы находить именно такие варианты, если вы хотите полакомиться японской кухней, но при этом не навредить ни фигуре, ни здоровью. Также здесь вот стоит такой классный зеленый салат, он заправлен заправкой васаби. Васаби – это японская, как аналог горчицы, да, наша, и достаточно, считается, хорошо способствует пищеварительным процессом. Так вот, такие вот варианты салатов, они не только помогут вам получить растительную клетчатку необходимую, которую зачастую сложно вроде бы съесть, да, взрослому человеку, который не привык к этому. Здесь также содержится растительный белок, который при правильном грамотном подходе полноценно заменяет белок животный. Также мы здесь видим тартар из авокадо, который вы, кстати, дома можете самостоятельно приготовить это блюдо. Тартар из авокадо – это
прекрасный источник для того, чтобы проявить вашу какую-то кулинарную фантазию, потому что заправлять его можно бесконечным количеством всяких разных соусов, заправок. Здесь используется для заправки этого тартара соус понзу азиатский. Он такой достаточно имеет яркий вкус, поэтому с авокадо они очень хорошо, на мой взгляд, сочетаются. Обязательно при случае попробуйте что-нибудь с соусом понзу. Азиатская кухня его использует достаточно активно. Также у нас здесь стоят пельмени. Пельмени японские гёдза. Они делаются из рисового теста. И это, в принципе, если вам захотелось вдруг съесть пельмешек, более здоровый аналог нашего привычного блюда, особенно если пельмени вы не готовите дома сами и точно не знаете, какое качество для начинки, например, использовались продукты. Азиатские версии, вот гёдзы, они намного более легкие, и здесь мы заказали, опять-таки, так как у нас сегодня в гостях будет очень известный мужчина из мира спорта и одновременно вегетарианец, мы решили показать, какое вот прекрасное, здоровое вегетарианское питание, вкусное и разнообразное, можно найти, вот, например, в ресторане Суки. И сегодня наш выбор пал на гёдзы с начинкой из шпината и грибов шиитаке, то есть это и клетчатка, и такое достаточно сытное блюдо, но при этом легкое. Поэтому если вы хотите какие-то дни себе устроить разгрузочные на растительное питание или вовсе придерживаетесь вегетарианских взглядов на свой рацион, такие гёдзы – это прекрасный выбор. И я уже вам рассказала о том, какие блюда, помимо тех, которые самые популярные, да, суши-роллов, можно заказать в японском ресторане, но не остановилась на том, как, если вы любите все-таки роллы и суши, какие лучше выбрать для того, чтобы они были максимально полезные. Я не советую заказывать, во-первых, запеченные. Также я не советую останавливать свой выбор на каких-то вариациях, когда лосось сочетается с Филадельфией. Я знаю, что ролл Филадельфии является самым популярным роллом среди тех, которые заказывают, а некоторые любят еще и Филадельфию с угрем, или там, где еще и лосось с угрем в дуэте выступают. Но, например, та же Калифорния намного более здоровый вариант. И вот здесь мы взяли такой авторский Катин ролл, это Калифорния на границе с Мексикой. Там немножко остренького халапеньо добавлено, ну, икру тобика, я думаю, уже все запомнили, да, как она выглядит. У нее такая хрустящая текстура. Действительно, очень хороший вариант такого достаточно сытного обеда, например. Для тех, кто все-таки предпочитает видеть в своем ролле еще и лосось, мы советуем выбирать те варианты, которые содержат в себе, помимо риса, да, который основной ингредиент ролла, хотя бывают роллы без риса, кстати говоря, выбирать тот ролл, в котором лосось сочетается с огурцом, авокадо, в который не входят всякие сливочный сыр, майонез и другие ингредиенты, не очень уже полезные для нашего здоровья. И к тому же еще и с лососем они плохо сочетаются с точки зрения усваиваемости. Если, например, кому-то интересны мои личные предпочтения в японской кухне, то я больше всего люблю нигири. Нигири – это такие суши, где просто комочек риса, колобочек там, и сверху кусочек рыбы. Я люблю просто попробовать, например, как-то взять ассорти, где разные будут виды рыбы. Знаете, есть такой смешной мем про то, что с нигири – нигири, а барсуки – не суки. Вот почему-то сейчас, сидя в ресторане суки, я вспомнила его. Если вам интересно, вы можете найти его в гугле, посмотреть и посмеяться после того, как просмотрите наше шоу. Ксения у нас только сегодня прилетела из Лондона, и я очень рада, что она согласилась по нашей, боюсь этого слова, старой дружбе, посетить наше шоу о здоровой еде и спорте. Ксюша профессионально занималась настольным теннисом в юношеские годы, но продолжает поддерживать сейчас свою форму, когда с профессиональным спортом уже покончено, различными видами там водных нагрузок, которые в Лондоне там есть всякие различные среди пилатеса и все такое прочее. Надеюсь, он нам расскажет, как именно, несмотря на свой ночной образ жизни, любовь к бургерам и стейкам, а также тому, что она может не придерживаться такого, да, режима, который обычно придерживаются все-таки спортсмены, при этом выглядеть как модель для журнала Sports Illustrated или, там, к примеру, как профессиональная какая-то спортсменка. Поделись секретом, как бы, что ты пьешь, кроме младенцев. Из сока, из проростков, не знаю чего, что там на Ибице модно сейчас пить. Расскажи нам, пожалуйста. Нет, ну, во-первых, ты заставила меня прийти с теннисной ракеткой в эфир. Не заставила, но просила. Нет, заставила. Я просила для большого тенниса. А, для большого, но я мастер спорта по настольному теннису. Я ему далека от всех теннисов.
Я, конечно, иногда играю больше теннис, но, к сожалению, сейчас очень тяжело стало играть больше теннис, потому что очень сильная нагрузка идет. И обычно занимаюсь пилатесом. Такой пилатес модный, новый, на кровати. Ну, я его так называю. Ну, это специальный, как бы, да, аппарат для растяжки и, соответственно, для нагрузки на мышцы, ну, хоть что-то. Потому что после, так сказать, бессонных ночей, проведенных на увеселительном острове Ибица и, соответственно, в Лондоне тоже очень много бессонных ночей, тяжело, так сказать, заниматься большим теннисом. А маленьким? А маленьким, к сожалению, я столько лет играл в настольный теннис, что не притрагиваюсь вообще больше никогда к ракетке. Ну, то есть так, по приколу с друзьями, да, так нет. Кроме пилатеса, что еще? Раньше ты бегала, я помню, потом бег как-то у тебя отошел в второй план или вообще ушел из жизни. Ты еще нагрузки есть для поддержания именно в тонусе? I wish to run. Но я не могу тоже физически, для меня это очень сложно. Я знаю, что бег тоже является медитацией, но такого вида медитация, к сожалению, мне не подходит. Не бегаю. Хорошо, расскажи тогда о модных тенденциях в Лондоне вообще. Как люди питаются, здорово или все-таки больше у них идет вот этот fish and chips с пивом какой-нибудь? Какие там модные тенденции сейчас в ресторанном? Мы думаем, что все-таки у нас в прошлом ресторане петербургского, так сказать, ресторанного рынка, у тебя была достаточно успешная в свое время. Да, волна, тоже 10-летний, да. Что вот в Лондоне сейчас самое модное для тех, кто пытается себя поддерживать в хорошей форме и в здоровом теле? Самое модное, наверное, сейчас, ну, соответственно, все, что связано с осаями, матчей, какой-то веганской едой тоже, какие-то белковые энергетические коктейли очень популярны, которые ты можешь всегда... Вообще в Лондоне прикол в том, что ты можешь все заказать себе домой. Тебе вообще ничего не надо делать. Ты просто нажимаешь на кнопку в твоем айфоне, и к тебе все приезжает. Ну, то есть, соответственно, ты даже можешь заказать себе vitamin drip. Это, так сказать, капельницу с витаминами. Насколько популярна такая капельница с витаминами среди лондонцев, идущих в ночной Так как люди в Лондоне, да, начинают свой, как бы, ночной старт в четверг и заканчивают его, наверное, в воскресенье утром, иногда в полдень, то да, соответственно, витамин D появляется очень популярным видом детокса после ночной жизни. Популярны в Лондоне вообще outdoor тренинг, когда там, в парках все занимаются спортом, повально там семьями, и попадается такое у вас? Ну, если честно... В жарких странах актуально. Да, если честно, в Лондоне в парке они занимаются больше не пойми чем, как бы, спортом. Ну, то есть они любят гулять с собаками, это их фишка с детьми, ну, если у кого есть. И нет, они просто гуляют, ничем они там, никаким спортом, они спортом там не пахнет. Понятно. То есть все-таки англичане не самые здоровые, любящие спорт нации, они в основном смотрят, да, видимо, футбол и в пабах, и не придерживаются какого-то такого там фанатичного увлечения своим телом, как где-нибудь в Калифорнии, например. Да, ты понимаешь, Лондон — это не совсем, как бы, англичане. То есть Лондон — это очень интернациональный город, там очень много иностранцев, таких как итальянцы, французы, немцы. И да, то есть англичанина ты, скорее всего, встретишь, наверное, у бара у себя около дома, чем занимающимся в зале спортом. Я смотрю периодически твои сторис с Ибицы, и у меня такой вот вопрос. Понятно, что туда большинство людей все-таки приезжают не на прекрасных пляжах, приезжают там тусоваться, но при этом там у тебя очень часто выкладываются всякие модные, красивые завтраки, и к тому же, мне кажется, они достаточно полезные. Вот расскажи поподробнее, что там едят на завтрак, чтобы потом весь день еще можно было где-то тусоваться там, в каком-то пляжном клубе, а потом еще и ночью пойти танцевать концерты, например, в кино. Соответственно, да, завтрак на Ибице, например, у меня начинается обычно в 13:30 или в 14:00. Пунктуальность. Да, потому что как бы к этому времени ты уже готов съесть все. Соответственно, есть очень прикольная
типа кафе здоровой пищи, называется оно Poison. Находится она в Марине Ботафорт. Кто захочет, найдет в Гугле. Poison — очень интересное название для ресторана здорового питания. А чем там кормят? Кормят там только, то есть вегетарианские продукты, только. Вот как раз в разговоре о полезных энергетических смузи и коктейлях. Там очень большой выбор коктейлей, которые ты, то есть, можешь выпить вместо завтрака. Там будут все полезные, ну, то есть какие-то там витамины, соответственно, белок и так далее. То есть ты выпиваешь вот такой коктейль с такой бамбуковой трубочкой толстой. Ну, то, что тоже пластика. Выглядит прикольно. Нет, пластика они, да, не... Теперь вообще, кстати, в Лондоне нельзя найти бар с пластиковой трубочкой. А у нас пока что бары тоже гордятся тем, что они их используют, но я надеюсь, что все-таки осознанность какая-то появится у нас тоже. Да, но самый прикол, когда в баре ночью заканчиваются бумажные трубочки, у них откуда-то появляются пластиковые. Видимо, старый запас. Они не могли просто выкинуть неиспользованные. Ну, то есть это говорит о том, что как бы мы типа придерживаемся такого вот здорового образа жизни, мы придерживаемся, мы стараемся не загрязнять природу, но когда нам это удобно, мы делаем так, а когда неудобно, вот так. Если нужно выбрать три продукта, которые тебе пришлось бы, ну, не до конца твоих дней есть, но, допустим, достаточно долгое время, что бы это могло быть, что бы ты выбрала? Борщ. Это не продукты, это же блюда, и там ингредиентов несколько больше, чем три. Я сейчас о чистом продукте. Хорошо, свекла. Okay. Авокадо. Авокадо. И что-нибудь такое, да? Нужно. Нет, тебе нужны такие углеводики, наверное. Тогда это паста. Паста. Какая-то безглютеновая, цельнозерновая? Конечно, безглютеновая, конечно. Только не Серьезно? Нет, да нет. Шучу я, конечно. Ты поедаешь же вообще безглютеновой диеты, там, выбираешь цельнозерновую пасту вместо обычной, там, ты пытаешься минимизировать использование пшеничной муки или... Или ты как ведьма ешь все и не толстеешь? Да, я как ведьма ем все и не толстею, но когда я иду на детокс или на очищение организма, я, конечно, придерживаюсь всего, что... Все, что только полезно и только возможно для очищения. В Европе все помешались на авокадо, ну, то есть авокадо есть везде и во всем. И, да, наверное, авокадо является одним из самых топовых продуктов на сегодняшний день в Европе. Самый прикол, знаешь, я ненавижу завтракать. Я обычно никогда не завтракаю. Если я завтракаю, это либо авокадо с яйцом Бенедикт, ну, либо жареное яйцо, и обязательно я люблю черный хлеб. Ну, я, конечно, люблю больше чебату. Как в Лондоне с черным хлебом. С черным хлебом, да, нормально, есть у них. А ужин тогда, давай, раз ты у нас с утра не ешь, значит, ешь вечером. Соответственно, какой идеальный ужин? Идеальный ужин я обычно, когда очень хочу есть, я всегда варю себе куриное филе. Соответственно, я пью бульон и ем филе, к примеру, с... Ну, то есть я делаю либо помидоры с огурцом, там шпинат, ну, какой-то овощной салат. Вот мне интересно, кстати, так все-таки Англия опережает немножко Россию, как мне кажется, по тенденциям здорового, да, питания. У них очень активно сейчас действительно используются соевые продукты, хотя тоже вопрос рассуждать. Вот я, мне интересно просто, есть ли рестораны, которые учитывают именно сочетание невкусовые и не просто используют, да, там, веганские какие-то блюда, что, допустим, веганские, вегетарианских блюдах тоже не во всех сочетаемые продукты используются. Это немножко другая ветвь, как бы, здорового питания. Есть какие-то вот, да, заведения, которые уже начали специализироваться прямо на этом? Нет, ты знаешь, прикол в том, что нет. Ну, прям вот такого повального, помешанного, о чем ты говоришь, нет такого. Если это модный ресторан, то, как бы, наверное, сейчас больше тенденция придерживаться какой-то интересной еды, ну, то есть, как фьюжн, то есть, чтобы больше акцент делается на вкусе, да. Сочетаемость в плане, да, вкуса. Хорошо, значит, та ниша, которая меня больше всего интересует, она еще, в принципе, мало, да, где, в принципе, нет, начинается. Но видите, друзья, вы у нас находитесь тогда прям на передовице, так сказать, на передовой, да, модных тенденций, модных не в плане сиюминутности, а потому что сейчас модно быть здоровым, модно хорошо выглядеть, да, чтобы хорошо себя чувствовать и выглядеть хорошо, нужно потратить немножко времени на то, чтобы включить осознанность и
грамотно сочетались продукты в каких-то блюдах. И вот расскажи еще немножко, ты упоминала детокс, как ты его делаешь, как ты к нему готовишься, выходишь из него и что это вообще такое за зверь? Детокс от кики. По поводу 18-часового голодания, в принципе, то есть последнее прием пищи, иногда у меня бывает там 8-9 вечера, и, соответственно, на следующий день я иногда ем в 3 часа дня только. Ну, то есть это просто... То есть у тебя практически постоянно режим аутофагии запущен. Это просто сам организм так, ну, я не специально это делаю. Просто когда я не хочу есть, я не ем. Вот, это главный секрет стройности, не есть, когда не хочешь. Как говорил мой тренер, хочешь есть, попей. Хочешь есть, попей водички, вот Денис анорексички, как я слышала такое мнение, но... Анорексией я не страдаю. А по поводу детокса, да, ты исключаешь просто все глютеновые продукты, соответственно, всю молочку. Ты ее возвращаешь потом обратно? Да, я ее возвращаю. Иногда вообще сразу все возвращаю на следующий день, когда закончится детокс. Нет, организм, в принципе, нормально справляется. Он очень рад. Детоксу? Нет. Мне кажется, организм рад детокса, а выход из детокса рад скорее разум. Ну, первые 3 дня организм очень сильно колбасит, у тебя болит очень сильно голова, ты плохо себя чувствуешь, потому что понятно, что токсины выходят из организма, и как бы и тебе не очень хорошо, и он начинает сопротивляться. Ну, соответственно, на 7-й день, наверное, после недели детокса у тебя очень сильный прилив энергии и... Чувствуешь себя прекрасно. А сыроедение практиковала когда-нибудь? Сыроедение нет, не практиковала. И вообще, вот как бы если я буду все. Ну, то есть, если я каждый день ем, например, салат зеленый, у меня как бы потом немножко, ну, я не очень хорошо себя чувствую. Просто это кому-то подходит, а кому-то нет. Потому сырые овощи тоже не всегда полезны. Ну, например, если у тебя гастрит, то какие-то сырые овощи. Ну, в общем, если подытожить то, как питается наш кокидол, несмотря на ночной образ жизни и все остальное, мы можем заметить, что самое главное – это прислушиваться все-таки к собственным нуждам, да, организма, стараться для тонуса заниматься спортом и обращать внимание на какие-то индивидуальные, да, особенности. Ну и, соответственно, ходить к врачу и проверяться периодически. Всем докамоли и не переключайтесь. Сегодня у нас в гостях супер гость из мира спорта и здоровой еды в том числе, главный тренер футбольного клуба «Зенит», который недавно вернул себе триумфальное чемпионство, Сергей Богданович Симак. Здравствуйте. Спасибо большое за то, что согласились поучаствовать в нашем таком разговоре сегодня о том, как сделать жизнь... После каждого вопроса пауза. После каждого вопроса буду смеяться. Нет смысла перечислять все награды Сергея Богдановича, потому что каждый клуб, в который он приходил, в его арсенале оставались только одни победы. Ну, без поражений тоже не обходилось, но поражение... Ну, мы запоминаем только победы. А мы поражения тоже. Они на дольше откладываются в памяти, к сожалению. Мы об этом ничего не знаем, зрители, правильно, поэтому правильно. Мы видим только праздник. И вот если возвращаться к теме праздников и побед, как вы отпраздновали чемпионский титул? Обливались ли вы только шампанским или все-таки пригубили немножко? Потому что когда я с вами несколько лет назад познакомилась на дне рождения у Кати Макучавы, у нас зашел такой небольшой разговор про алкоголь. Вы сказали, что вы с супругой не употребляете алкоголь вообще, поскольку у вас очень много детей. Это как бы непозволительно терять контроль даже на минуту, когда их столько. То есть это практически половина, да, футбольной команды у вас? Да, да, практически половина. Но что касается алкоголя, временами как-то и у супруги, и у меня сейчас тоже такой же период, когда я совсем ничего не пью, включая чемпионство, хотя ребята, да, обливались и... Частично шампанское попало на меня, но не в меня. Поэтому это шампанским меня... была, можно сказать, ванна или душ скорее. Да, душ узнали в самолете, поэтому как раз празднование не затянувшееся, стали чемпионами немножко
раньше, чем закончился наш чемпионат. И после каждой игры мы отмечали то на выезде, потом со своими болельщиками, потом уже когда кубок вручали, потом последнюю игру сезона. То есть такое затянувшееся празднование, но оно не стало не менее приятным. Все было здорово, вот, эмоций много. Следующий вопрос, он там напрашивается сам собой. Какой есть лайфхак для того, чтобы все-таки научиться праздновать, не употребляя алкоголь при этом? Мне кажется, это вопрос привычки. Если ты приходишь в ресторан, все автоматически заказывают там, кто пиво, кто вино, потому что так надо. Не потому что что-то, может, кому-то хочется, кому-то не хочется, просто потому что все привыкли, так надо. И мне, в принципе, интересно, потому что когда ты выпиваешь за компанию, ты не обращаешь внимания, а когда ты не выпиваешь, ты понимаешь, что ты практически всегда один или их немного, да, которые вообще ничего, там, ни глотка, ни пива, ни вина. Но без этого абсолютно можно жить и жить прекрасно. И сейчас получаю удовольствие даже то, что все-таки, приходя куда-то, абсолютно спокойно могу реагировать и сам ездить за рулем всегда и реагировать на какие-то колкие, едкие иногда замечания, но, в принципе, я думаю, это вопрос привычки. Уже я дошел до того возраста, когда можно говорить «нет, никому не надо ничего объяснять». Вот так хочется сейчас и все. Да, спасибо за такой честный, искренний ответ. На самом деле, действительно, дорогие друзья, веселье без алкоголя вполне возможно. Я сама тоже не пью полгода и прекрасно себя чувствую. Поэтому мы вот сегодня пьем прекрасный чай гинмайча, чай с обжаренным рисом. Он не во многих заведениях есть, так как мы сегодня все-таки в японском заведении, то я решила, что будет уместно выпить именно такой напиток. И возвращаясь к дисциплине, вы упомянули про то, что игроки отмечали, а вы нет. Строго ли вы следите за их режимом, за их питанием, за тем, чтобы не нарушали режим сна, отдыха, еды и так далее? Приходится ли за ними ходить как за детьми? Ну, хочется все-таки верить в профессионализм, а что касается верить, нет, не ходим, не контролируем, пытаемся донести, что это прежде всего важно самим игрокам. Поэтому все касаемые проверки и все остальное, оно отсутствует, и все упирается на ответственность каждого игрока, потому что это его работа, и он за нее должен отвечать. И я думаю, каких-то серьезных проблем нет. Ну, а по сути, просто нужно знать, когда и где, и с кем можно немножко выпить или нельзя пить. И, в принципе, футболисты абсолютно все взрослые люди понимают, есть работа, есть отдых. И, конечно, на отдыхе могут себе позволить в зависимости от предпочтений то или иное. Но, опять же, нужно всегда держаться в неких рамках, потому что, кроме всего прочего, еще и публичные люди, которые должны все-таки вести себя правильно, да, на публике и в обществе. Век, когда все тайное становится явным быстрее, да, чем хотелось. Ну, плюс наш век сейчас, он очень падкий каким-то падением, каким-то таким сенсациям, а что-то хорошее всегда остается как-то в стороне. Оно сейчас, к сожалению, не так интересно большинству, чем вот такие сбросы или такие яркие взрывы. Надеюсь, что неприятного чего-то. Все-таки обратить внимание на какие-то не скандалы, интриги, расследования, да, на какие-то интересные факты, на лайфхаки, как приучить себя к более здоровой, да, и осознанной жизни. И у меня еще вот такой вот вопрос. Недавно вы на всю страну объявили о том, что вы вегетарианец. Я не объявлял. Меня писала в ряды вегетарианцев моя супруга. Но вы придерживаетесь этого растительного питания? Да, в принципе, это соответствует действительности, но я не сторонник чего-то объявлять, то, что касается моей личной жизни. Поэтому для меня это интересный опыт, и я думаю, что я хочу в каких-то вопросах быть рядом с супругой как можно ближе, понимать, и, в принципе, интересно, конечно, проверить и попробовать себя. Есть еще придерживаться вегетарианского питания? Или все-таки профессиональным спортсменам сложно подобрать себе питание на основе растительных компонентов? Я думаю, это возможно, конечно. Конечно, нужно прежде всего отталкиваться от здравого смысла, от того, что, к чему и как, и сколько можно. Для этого не так сложно сейчас. Живем в мир современных технологий, можно каждому знать анализы, совместимость продуктов, с чем можно жить, с чем нельзя, кому что можно, кому нельзя, это все не так сложно сделать. Что касается футболистов, они, наверное, как дети, как у нас младшая дочка, когда видит что-то вкусненькое, там, но не вегетарианское, она говорит, а можно сегодня я съем там вот это вот там? А в остальное время она полностью придерживается вегетарианства, к примеру. То же самое футболисты на каком-то этапе, кто-то постится, какие-то религиозные посты есть. Сначала про детей все-таки, извините. Это не про детей, футболисты. Я это переживаю. Ну, кроме всего прочего, мы футбольный клуб сейчас берем, как раз подыскиваем, я думаю, на днях уже в штат. В
штат нет. Это как раз диетолог, у которого есть и спортивная специализация. Будет отдельно человек, который постарается прежде всего донести до каждого игрока, естественно, это обследовать индивидуально, и донести, что кому можно и зачем это нужно, чтобы все-таки спортсмены переходили на более здоровое питание, те, которые до сих пор не понимают, почему нужно так или иначе. Вот, дорогие друзья, обратите внимание, мы тоже об этом уже говорили в предыдущих выпусках, о том, что все-таки все меры по своему налаживанию своего рациона, они должны учитывать индивидуальные особенности вашего организма. Да, без фанатизма. Да, потому что чувство меры – это, наверное, важнее, чем какие-то драконовские ограничения для себя. И вот в связи с вопросом ограничений и в связи с тем, что вы очень опытный отец, у вас все-таки 7 детей, вопрос будет следующий. Как они питаются? То есть я вот уже сейчас слышала от вас, да, вы говорили про младшую дочь, которая иногда хочет что-то запрещенное, но помимо продуктов животного происхождения есть еще такие враги здорового питания, как сахар. Как обстоит дело со сладостями? Любит ли в вашей семье какие-то конфетки, шоколадки? Сегодня, кстати, Всемирный день шоколада. Надо отметить. Просят дети, как вы на это реагируете? Следите ли вы за количеством сахара, который они употребляют вместе с супругой, естественно? Конечно, стараемся следить. Для детей сложно отказаться совсем от сахара или от каких-то сладостей. Конечно, они где-то кто-то приносит, дарит. Или периодически, конечно, это случается, когда контроль немножко, бдительность теряем. Но, по сути, конечно, сахар – это страшнейшее зло, на мой взгляд, я не берусь для рекламировать что-то или пытаться навязать свою какую-то идеологию, тем не менее, это мое личное мнение, и, в принципе, конечно, его нужно вообще исключать, но если нет такой возможности, то, конечно, да, уменьшать потребление существенно. И, ну, это видно даже на детях, когда наши дети нам начинают что-то, и сладости какой-то сразу и сыпь, и диатез, и что-то сразу какие-то. Как только отказываются, приходят на более качественные продукты, это все уменьшается. Я думаю, что пищевых аллергий, вызванных тем же сахаром, или там, красительные продукты, у которых не заканчивается срок годности и срок хранения, конечно, все отражается на здоровье, прежде всего, детей. А есть ли у вас какой-то лайфхак в семье, как все-таки детям, особенно которые еще в силу возраста не настолько разумные? Ну, я думаю, с подростками тоже проблемы в разумности еще есть некие. Они, может быть, понимают умом, но не всегда могут сладить. Есть ли какие-то советы, как все-таки им объяснить, что сладкое – это вред, что не нужно, там, когда родитель отвернулся или там, ты находишься в школе, питаться одними сладкими булочками. Вот у меня такая проблема есть с моим ребенком, меня очень этот вопрос заводит. Все индивидуально, естественно, я противник того, что нужно все запрещать или абсолютно нет. Если хочется ребенку что-то съесть, но иногда это можно позволить, но если иногда, он настолько всегда, любит. Если им дать всегда. Выбор. Ну, выбора у них, если дома приходят, а выбора нет, они не будут выбирать. Ну, поэтому да, желательно в домашних условиях хотя бы исключить. И, конечно, когда в школу кто-то поделится, там следить достаточно сложно. Но как бороться с родственниками, которые приносят шоколадки? Не приглашать родственников. Встречаться на нейтральной территории. Таких родственников не приглашать. Нет, конечно, суть привычки стараться объяснить, дать информацию ребенку. И подросткам, прежде всего, им сложно, они вообще все воспринимают уже в штыки. Но когда есть информация, ты можешь выбрать или так, то ты понимаешь, что если так, это вот так, если вот так, это вот так. И дети, они же хотят быть более самостоятельными, когда в таком подростковом возрасте. Личный пример. Примером, естественно. Может, он воздействует не сразу, пример, на каком-то период, может, там, 13-14, хочется наоборот что-то в противовес сделать или пытаться выделиться на каком-то фоне. Но потом, когда чуть-чуть будет ребенок старше, конечно, история семьи, поведения, взаимоотношений, привычек в семье, она в любом случае имеет значение. Может быть, там, не на 100%, но, я думаю, она играет серьезную роль. Какими видами спорта занимаются дети? Кто-то в профессиональный какой-то спорт пошел? Или профессионально? Нет, профессионально нет, для здоровья, да, практически все занимаются, кто чем. Начиная от бокса, танцев и всем остальным. Футбол младший желание изъявляет, но какой-то периодически занимались, там, в секциях, в академии какое-то время кто-то из детей, так, на достаточно серьезном любительском уровне. Профессионально пока никто не занимается. А младшему сколько? Младшему 8 лет. Но он сейчас, ну так, да. Еще есть возможность, да. Ну да, еще не поздно, наверное. А какие-то есть у вас традиции занятий спортом всей семьей, например? Традиции?
Ну или там привычка. Нет, традиций нет, все по раздельности, только иногда, когда там собираемся где-то вместе, в каких-то местах можем все вместе погонять футбол бандой целой. И нашими, сторис. Недавно у нас было, причем два дня назад у нас было там сражение. Сторис было, как вы ныряете в водопад в Австрии. Как удается поддерживать, несмотря на то, что карьера профессионально завершена, такую прекрасную форму физическую? Ну, прыгать вниз туда формы не нужно никакой. Там просто было видно. Чем больше масса, наоборот, тем больше брызг. Интереснее для прыжков. Ну, наоборот, это так чуть-чуть разрядиться. У нас было буквально два дня, по полдня, когда у нас была возможность чуть-чуть передохнуть на сборах. И мы вот тренерским штабом устроили пару. Один раз все-таки такую прогулку в горы, достаточно серьезную, а вторую вот прокатились, искупались, хотя вода была, конечно, холодная, но в гидрокостюмах можно было и поплавать, и попрыгать. Нам в Петербурге не привыкать даже, что да, в погоде. Да. А еще такой вот у меня вопрос. Какой продукт, например, вы готовы есть каждый день, если такой есть, конечно? Самое любимое. Продукты. Из того, что я ем каждый день, наверное, это кашу практически очень часто на воде. Овсянку? Да, овсянку на воде. Так, ем, да, сказано, что вроде это не очень салат, любимый. Салаты, авокадо, хумус, авокадо, который... Гречку. Гречку. То есть практически, ну, не, может быть, не каждый день достаточно часто. Гуакамоле. Да, вот да. Я ждала, я все. Сейчас даже мы летаем на борту самолета, и так... По заказу сейчас стали дополнять меню как раз гречка с гуакамоле. Вот так. Кстати, вот. Это прям прекрасные варианты. Я помню, да. Кстати, когда ваши супруги задавали вопрос по поводу того, чтобы она взяла с собой, если можно было выбрать там три продукта или два, там была и гречка, и авокадо. Гречка и авокадо, я думаю, точно, да. Ну, это действительно и полезно, и вкусно. Гречка вроде как еще и привычна для русского. Да, да, какую да. национальную кухню вы больше всего любите? Я не являюсь таким гурманом в мире еды, то есть для меня еда – это топливо. Конечно, есть какие-то рестораны и кафе, где действительно это все преподносится, все очень вкусно, поэтому у меня как-то направление кухни достаточно сложно понять. И японская, и там, азиатская, индийская, и европейская. Я не могу сказать, что я фанат такой еды, где все острое и все остальное, но по сути я такой всеядный абсолютно. Если не брать продукты животного происхождения. Ну, понятно, да. Это по направлению кухонного. Есть такая теория, что скоро ученые изобретут некое устройство, которое позволит нам распознавать, понимать, что говорят животные. Вот как вы думаете, тогда совсем пропадут люди, которые хотят есть, будем сказать, себе подобных мыслящих? Ну, мне кажется, это вопрос тоже привычки. Просто никто не задается себе вопросом. Если мы берем времена, когда действительно вопрос стоял о том, что есть мясо или не есть, вопрос выживания, не умереть с голода, или охотились для того, чтобы действительно других вариантов не было, себя кого-то прокормить, это одно. И другое дело, конечно, сейчас, при нынешнем разнообразии, этим вопросом, мне кажется, никто не задается, вот и все. Никто не смотрит, как содержатся животные, что чувствуют, и я в том числе пока не посмотрел, там несколько фильмов, пока не окунаешься в эту тему, ты не можешь как-то правильно даже оценить ее, кажется, все это со стороны, вот там, это от такое направление, или то же самое, как монашество, ты не вникаешь в эту ситуацию, тебе кажется, что это очень далеко и очень сложно для понимания, и как-то все или не хочешь, или пытаешься всячески избегать каких-то тем, которые могут быть впоследствии для тебя неудобные. Конечно, да. Ну, интересные, действительно, по большей части незнания, а по сути, я думаю, в перспективе, конечно, сейчас есть и много заменителей абсолютно, и тоже Beyond Meat, который недавно эти бургеры потрясающие с растительным мясом, которые вот в московской сети ресторанов, причем хорошая идея изначально мне понравилась, потому что это веганское мясо, которое продается на полках исключительно рядом с мясом. То есть для общей массы людей, чтобы они не сравнивали как продукт мясо и веганское, а просто сравнили как два вида мяса. И как кто им больше подойдет, и на самом деле для меня абсолютно разницы практически никакой нет. Есть продукты, которые абсолютно на 100%, наверное, могут заменить. Вопрос баланса, он всегда будет стоять, и нужно, конечно, понимать и с головой подходить к любому вопросу. То есть у вас дети, они сознательно отказались, да? Ну, нет, кто-то из детей ест, по что касается птиц, что там супруга, я стараемся, нет, но если кто-то приезжает, они на каком-то этапе, их выбор, в любом случае мы не навязываем наш выбор. Там,
какой-то на данном этапе, если они хотят, если они съедят что-то, вопрос в этом... Готовите что-то не вегетарианское, или они едят то, что вы предлагаете? Нет, гостям как раз то, что обычно, когда гости приходят, готовит сама Аня, она готовит, она мясо не готовит. Да, я не видела такого. Да, она не готовит. В рецептах. Да, да. Выкладывала, сейчас после времени как-то отошла от этого. Есть ли какой-то такой, ну, помимо сахара, продукт, который, увидев детей в руках, вы бы вот прям вырвали, чтобы не ел? Или вы не навязываете? Кроме сахара, леденцы. Они тоже такие. Леденцы. Леденцы, да, если брать, конечно, ну, со сладостями из продуктов. А, допустим, вот такой вариант, если хотят съесть веганскую еду, но есть только картошка фри из Макдональдса. Разрешите такое есть? Как вы относитесь вообще к этому? Нет, конечно, в виде исключения, если... Просто не нужно, если ребенку не хочется, то и не нужно ему это есть. Если у него есть огромное желание, и просто... не идти. Ты же взрослый, я почему-то ем то, что мне нравится, а ребенку, если он хочет попробовать на каком-то этапе, то я думаю, нет ничего страшного, если какой-то там раз, не знаю, два месяца, три месяца зайти и что-то там, или купить ребенку какой-то картофель фри где-то. Хотя понятно, что можно его не в Макдональдсе, а в другом каком-то ресторане взять, где оно будет более все-таки, более качественным. Но сам картофель фри, ну, хочется ребенку, ну, пожалуйста, там, конечно, хочется, чтобы он был более качественный, но... Просто так запрещать, что все, нельзя ни в коем случае, потом он вырастет и будет смотреть, ходить на этот Макдональдс и ждать, когда ему исполнится 18 лет, чтобы всю зарплату потратить на бургеры и чизбургеры. Наверное, это глупо абсолютно. Да. Да. Ну, выбор. Дети же тоже это личности, и тоже что-то хочется, пускай это будет вредно. Мы же для себя тоже что-то как в процессе взросления проходим какие-то этапы, и они должны эти пройти. Какое у детей любимое блюдо? Есть семейный такой, который чаще всего они просят приготовить? Семейные? Раньше было что-то, которое, что готовит папа или мама, а так, ну, борщ любят, конечно, все практически, что касается таких блюд, ну, все обычное, что дети любят всегда макароны. И есть безглютеновые макароны, которые Аня часто готовит вместе с... сама делает и соус абсолютно. Дети любят всегда. Что дети любят простую еду всегда. Там, картошку, макароны, там, какие-то есть веганские сосиски, которые покупаем сейчас. Выбор, да, кстати, достаточно и вкусный причем-то. Да, нашла, да. Венские, да, выглядят, да, как нормально. Они любые есть в некоторых магазинах. Прям, да, очень широкий стейки выбор. Стейки из кино, всякие такие. Ну, стейки так, а вот по поводу сосисок это абсолютно, да. Стейк из кино просто уже на стейк не очень похож. Вызывает желание попробовать. А вот когда я увидела первый раз веганские сосиски, продюсер нашего шоу надо мной смеялась и говорила, зачем, если ты типа решила не есть мясо, ты ешь сосиски. Так, мам... Сказала, что они вкусные на самом деле. Правильно. Их можно сочетать, например, с теми же макаронами, поскольку это уже не животный белок, то, например, ребенку можно это дать. Конечно. У меня приезжали гости, заезжали, у меня родной мой младший брат в монастыре монашествует, и они приезжали в гости целой компании такой небольшой, и вот им ужин готовил, где там было все, там, сосиски, колбаса, сыр, все веганское. Они сначала немножко удивились, я их показал этикетку, что все это абсолютно можно есть. И они этому факту были очень-очень рады. И, в принципе, я думаю, что... Если вы придерживаетесь просто такого сбалансированного питания, преимущественно растительного, ну, нет, да, такого влечения каким-то интервальным голоданием, водородной водой, эти всякие новомодности, следите за такими всякими... Нет, стараюсь рынками придерживаться, не всегда это получается, потому что очень много переездов, и не так где-то просто приспособиться к питанию. В домашних условиях это всегда очень просто, потому что у тебя все есть. Но когда ты едешь на сборы, то выбор гораздо меньше, и приходится как-то чем-то иногда жертвовать, и не могу сказать, что там супер мороженое съесть. Да. Чтобы, например, ввести безглютеновую пасту в рацион футболистов «Зенита»? Можно, но вопрос, насколько она необходима на данном этапе. Ну, если вопрос. У них нет, в принципе, да. Конечно, противоказания. Нет, а так... Конечно, это вот сейчас и к чему мы стремимся, чтобы все-таки адаптировать питание к каждому спортсмену, что ему можно, что нельзя. Чтобы был, естественно, выбор, был стол такой, можно было одно, второе или третье выбирать. Если был долгий день и поздно закончилась там тренировка или игра, что будете есть на поздний ужин? Или вообще откажетесь? Может, и откажусь, но обычно каждый рацион, когда приезжаю, это салат всегда. Дальше что по-разному. Что есть дома, то и едим. А что вот в вашей семье в холодильнике преимущественно хранится? В холодильнике? Овощи,
авокадо. Авокадо, помидоры, листья салата, зелень обычно хранится. Что у нас еще есть? Там какой-то веганский спред и какой-то сыр частенько веганский. То есть достаточно там рис, иногда там те же суши какие-нибудь там, или просто роллы с огурцом, овощные роллы с огурцом, да, которые у нас... У Кати, кстати, шикарный ролл с авокадо. Да, не только, вкусный. Да. Ну, ну для... Да. Все вкусно, да. Да, гёдзо, например, со шпинатом. Ну, вот там, да. И грибами шиитаки. В соседнем заведении то же самое, там какой шикарный салат, и прости вальтери, салатик с семечками, овощной, с помидорами, с семечками. Да. Не очень знают, но есть шикарный салат с корнем сельдерея. Потому что сельдерей – это не только зеленые вот эти прекрасный, палки, да. А есть еще клубень, который можно вместо картошки есть, там низкий химический индекс. Я думаю, что в вашей семье сельдерей в различных сельдерей постоянно да. И еще такой вопрос по поводу газировок. Разрешайте детям кока-колу пить? Модную там хотя бы... То же самое, что касается всей, которую мы называем вредной еды, она имеет место быть, но очень-очень-очень редко. По праздникам можно? По праздникам или когда куда-то идем, может быть, там в кафе. Ну, детям хочется иногда, я думаю, что такой запрет, и они потом будут бегать тем более в школе, где-то еще чего-то, и напиваться, да. И это то же самое, да, конечно, с точки зрения общества, и детям не всегда комфортно себя чувствуют, вот когда там, а у нас там вообще нет, да, то есть если есть это дозировано, это одно, если отсутствует чего-то, ну, наверное, это тоже не всегда хорошо. Да, спасибо большое. Умеренность, на самом деле, главный совет, который я сегодня получила для себя и который могу передать мудрость Сергея Богдановича Слимака нашим зрителям. Спасибо большое. Нету желания, наверное, более жесткие выходить, там, сыроедение? Сыроедение. В нашем регионе. Ну, вопрос сыроедения, нужно или не нужно. Оно. Кому-то оно подходит, кому-то не. А что касается... Не всем тоже. Не даже не на Бали. Сыроедение такое достаточно, мне кажется... Я не знаю, плюсы, есть плюсы, наверное, есть и минусы. Почему там кому-то вообще, мне кажется, противопоказано там сыроедение, потому что нужно что-то хотя бы какие-то, ну да, какие-то супы или какое-то второе. Да, здесь очень аккуратно, да, можно далеко съехать, да. Профессиональный спортсмен, мне кажется, вообще не очень подходит, Примеров-то много, сейчас и было бы желание. Потому что сейчас примеров огромные, в любом виде спорта можно найти. Людей, которые сейчас просто... есть такие истории, когда громко человек за 5 лет объявлял о том, что он там сыроед, а потом оказывается, что у него какие-то жуткие проблемы со здоровьем. Был какой-то случай с каким-то известным спортсменом, иностранным блогером. Нужно же все, нужно подходить ко всему наверное, это с головой. Это главная идея нашего шоу, что все-таки нужно думать, что это все. Ну, конечно, есть еще психологический аспект. Если человек комфортно, он будет себя изнурять о том, что кому-то хочется там ту же рыбу съесть или еще чего-то. Но то человек мучает из себя, у него психология, психика расшатается так, лучше он пускай съест, да будет спокойно, ни на кого не рычит. Все-таки гораздо глубже. Еда – это важнейшая часть, но есть вещи и поважнее. Спасибо, Наталья, сейчас фотографироваться. Да, спасибо вам. Да не за что. Дорогие друзья, как вы, наверное, уже заметили, в каждом выпуске нашего шоу «Идеи спорта» Оли Глукомоли мы рассказываем вам о различных видах спорта, которые помогут вам каким-то образом лучше держать себя в тонусе. И сегодня мы, например, научились, благодаря гостю Ксении, как правильно держать ракетку для пинг-понга. Я вот сколько лет жила и не знала. И так, вы знаете, даже это гораздо удобнее. Играйте в большой теннис, играйте в настольный теннис, не ешьте помидоры с огурцами вместе и всем лукоболи.